Приветствую вас на канале. Сегодня 21 марта. С чем связано видео? Это короткий такой будет эпизод, скажем так, да? Связано с сайтом Национального банка Украины, именно с интернет-магазином этого банка. С чем прикол, скажем так? Несколько дней замечаю такой трабл интересный, когда заходишь с компьютера на сайт интернет-магазина Национального банка Украины, опускаясь, ну, на нижнюю строку, это у нас идет новостная строка, да, вот видите, новины. С телефона этого нету, можно посмотреть только с компьютера. Когда нажимаешь на этот самый, на какую-то монету, грубо говоря, да, открывается переход, и вы переходите на описание, ну и на какие-то ссылки именно по этой монете. Это я пока пропущу, объясню почему. Дальше переходим. И так все время было, насколько я помню, раньше. По-другому я не видел, допустим, Кахания. Опять же, идет переход на описание, ни рисунков, ничего нету. Когда нажимаем на памятную монету «Батьковское счастье», вот она только вот продаваться начала, у нас переносится полностью на буклет. Видите, да? Здесь мы можем переходить по страницам буклета. Это PDF-файл. Так. Дальше мы можем... В этом PDF-файле мы можем изменять что-либо. Допустим, смотрите, я сейчас... Допустим, я хочу вставить рисунок. Вот видите, вот рисунок можно вставить. Нажимаем «Добавить». Я выбираю себе рисунок. Я себе вот на этот самый, на рабочий стол выставил QR-код, который я создал на свой канал. Смотрите, мы можем заменить QR-код. Это все не какая-то специальная программа, это не надо никаких приблуд каких-то. Это все прямо на сайте интернет-магазина Национального банка. Я меняю свой, ставлю QR-код, могу здесь что-либо изменить. Дальше я могу, допустим, текст ввести. Да, допустим, вот. Вот. Пошел какой-то текст, грубо говоря. Дальше что я могу? Я могу что-то рисовать на карандаше. Скажем, ну, я сильно не буду вырисовывать, я вот пару полосок нарисовал, да, вот можно цвет какой-то выбрать, заливка там пошла, либо удалить, ну, и так дальше. Так, дальше, у нас это можно сразу распечатать на принтере, либо можно сохранить. Все, что мы вставили, все, что мы понаписывали, все вот это все сохраняется. Вот, допустим, сейчас... Закину себе на рабочий стол. Где-то. С барахты. На сайте оно не сохраняется, а вот на рабочем столе я могу открыть. Смотрите, все, что я вот вставил, свой QR-код, вот это все, что я рисовал, да, вот буквы, ой, вот, вот я писал, вот я понарисовывал, все это вот видно, да, вот я написал, вот QR-код, который я вставил. И, короче, можно как-то редактировать по мелочам. Ну, сюда я уже... В общем, какой-то я не совсем понял, что это за прикол. Это либо это глюк, либо это кто-то что-то провтыкал на самом сайте, либо это они нам какую-то дополнительную опцию дадут. Как бы хлеба на этом не заработаешь, не купишь, банк не ограбишь. Особой какой практической пользы я пока не понимаю, какая она может быть. Но сам прикол, как бы, ну... Какой-то прикол присутствует. Можно что-то свое вставлять, печатать, редактировать. Ну, в принципе, интересная тема такая. Все, на этом заканчиваю. Как бы, как я обещал, это буквально просто, ну, сам прикол, которого я не понял, что это происходит. Что дальше у нас? Ой, и понеслось. То есть что-то можно еще проворачивать, прокрутки. И пошло, пошло, пошло. Короче... Какую-то дополнительную опцию они нам дали. Если кто-то с этим сталкивался, рассказывайте, что это такое, как с этим бороться и для чего это все. Здесь пока ничего не вижу, это перелистывает страницы. Это что-то можно найти в документе. Возможно, кто-то на этот самый из разработчиков сайта где-то что-то провтыкал. Ладушки, удачи вам, до свидания.